Глава Ингушетии предложил подрядчику и чиновнику лично проверить качество краски для нового медучреждения в Назране. При проверке здания Юнусбек Евкуров спросил, какая краска используется для внутренних помещений и не будет ли она оставлять следы. В ответ прозвучало, что самая лучшая краска и следов не будет. Однако после личной проверки одеждой оба ответственных лица ушли домой перепачканными. 10 раз говорю, на любом ответе.